Либерж к Падону относится к числу тех участников Дома-2, которые после ухода за периметр смогли сохранить хороший имидж и построить карьеру. Звезда проекта работает на телевидении, записывает песни и мечтает о ролях в кино. При этом Либерж продолжает следить за бывшими коллегами, часто обрушиваясь на них с критикой из-за развязного поведения и глупости. Стархит решил задать к Падону самые популярные вопросы, волнующие ее поклонников. Как выяснилось, экс-участница все еще хорошо относится к Дому-2, хотя и считает, что достойных людей там практически не осталось. Чем сейчас занимается Либерж к Падону? Либерж к Падону, об этом могу очень долго рассказывать. Начнем с того, что на днях я все-таки записала свою долгожданную песню. Знаете, есть две категории артистов, безголосые девочки, имеющие связи и покровителей, и действительно талантливые люди, у которых этих связей нет. Хорошо это или плохо, но я отношусь ко второй категории. Долго пыталась пробиться. Благодаря харизме и целеустремленности на меня все-таки обратил внимание один автор. Он согласился сотрудничать, и теперь я записала полноценный хит. Хочу снять клип, и обязательно сделаю это в будущем. Также продолжаю работать на телевидении. На канале «Мир» делаем очень классную передачу «Такому мама не научит». Часто появляюсь в программе «Мужское и женское» в качестве эксперта. Одним словом, работы на телевидении достаточно. Не хочет ли Либерж вернуться на Дом-2? Либерж не стесняется высказывать свое мнение о других звездах проекта фото. Инстаграм Либерж к Падону, если только в качестве ведущей. Я знаю внутреннюю кухню Дома-2 и смогла бы помочь участникам справиться с их проблемами. Я даже в качестве эксперта появляюсь там редко, поскольку нужно смотреть Дом-2, чтобы давать какие-то советы. У меня нет на это времени. Строить свою любовь на проекте точно не буду. Просто я выросла, очень сильно изменилась, и продюсеры это понимают. К тому же, на шоу сейчас нет искренности и сочувствия. Я понимаю, что там никто не будет помогать мне справляться с проблемами. Даже ведущие сейчас уже не принимают такого активного участия в жизни ребят. Они приходят на шоу, как на работу, чужие проблемы их мало волнуют. Думаю, дело в самих участниках, в отсутствии искренности. Не жалеет ли к Падону о том, что принимала участие в Доме-2 Либерж к Падону? Абсолютно нет. Вы что, это же такая школа жизни. Поймите, люди ненавидят только тех участников Дома-2, которые так и ушли с проекта идиотами, которые не вынесли для себя никаких уроков. Мне же шоу очень много дало. Я столькому научилась, столько про себя поняла. Я всегда учусь на своих ошибках и на чужих. Я правда поменялась в лучшую сторону. Я увидела свои достоинства и недостатки. Проект очень быстро лишил меня розовых очков. Конечно, я все так же иногда плачу, но быстрее адаптируюсь к ситуации и продолжаю идти к своей цели. Так что шоу я очень благодарна. Тут все зависит от самого человека. Зачастую маска срывается, и под ней оказывается крайне непривлекательная рожа. Почему Либерж так часто конфликтует с другими участниками Дома-2? Несмотря на конфликты с некоторыми участниками, Либерж продолжает дружить со многими звездами Дома-2. Фото, Инстаграм Либерж к Падону. Слушайте, кто-то же должен говорить правду. Если девочка ведет себя на проекте, как проститутка, то я скажу об этом. Если человек не уважает родителей, что я тоже молчать не буду. На Доме-2 очень много непорядочных людей, и из-за этого тень падает на всех остальных. Нужно обличать негодяев и подлецов. Конечно, на шоу есть хорошие, порядочные люди, но их там не так много, поэтому участие в Доме-2 превращается в черную метку. Так быть не должно. С кем сейчас встречается Либерж? Либерж развелась с Евгением Рудневым 2015-м. Спустя всего полгода после свадьбы фото, социальные сети Либерж к Падону. Я ни с кем не встречаюсь. Точнее так, принимаю ухаживание от поклонников, есть ребята, которым я нравлюсь, но не уверена, что могу им довериться. После развода с Женей Рудневым я поняла, что не хочу бросаться в омут страсти с головой. Хочется, знаете ли, заняться карьерой, уделить время родителям. Разумеется, не отказываясь от любви и всегда открыта для отношений. Но не хочу размениваться по мелочам, как это сейчас делают многие девочки. Именно поэтому пока одинока. У меня перед глазами есть мощный пример отца, который является порядочным и достойным мужчиной. Я знаю, что такие парни существуют, и нужно лишь дождаться
того самого единственного. Планирует ли Либерж стать мамой Либерж к Падону? Конечно, это пока моя нереализованная мечта. Мне 31 год, и я очень хочу создать крепкую, счастливую семью, как у родителей. Также есть и творческие планы. Мечтаю стать известной певицей, как-то влиять на людей своим творчеством. С удовольствием снялась бы в полнометражном кино. Эта сфера мне тоже интересна. На самом деле, еще столько всего нужно сделать. Надеюсь, у меня все получится. Класс пост 661 070 подписчиков.